Москва. Я вчера, как и планировал, доехал до Минеральных Вод. Правда, уже поздно ночью. Из графика совсем выбился. Переночевали там в какой-то гостинице. Сегодня едем дальше. Тут осталось буквально 100 километров до Терскола. То есть то место, где у нас будет базовый лагерь. То есть, ну, фактически уже Кавказ. Мы едем по Кавказу, Кабардино-Балкария. К сожалению, с Кавказом у меня пока нет никаких историй интересных, связанных, которые я вам рассказал. Потому что на Кавказе я вообще впервые, ну, так далеко. Я заезжал максимум, наверное, до Ставрополья. Ну, там плюс-минус немного. То есть это вот была крайняя точка, где я был в этой стороне. То есть сейчас поехал дальше. Мне очень нравится. То есть, ну, вообще, мне очень нравится Кавказ. Мне нравятся горы. Хоть родители говорят, что у меня нет кавказской крови в роду, но что-то я сомневаюсь. И мои друзья тоже сомневаются. Говорят, что-то во мне есть такое. Ну, в общем-то, все, наверное, сегодня такой короткий видос.